Аня, ты тут? Ваня. Ваня, тут ты, нет? Да, да. Все, давайте, давайте, танки, начинайте бить трэш. Бахни инту, Вань. Давайте, левый легал слева, протопал справа, первая, четвертая бьет трэш справа, вторая, третья, слева, чек. Лифин, ты спекнулся в поле креста? Отлично. Ну ты тут в поле кресте, дальше до конца рейда идешь в шипы. Понял, да? Хорошо, ну, только спекнулся. Да, нормально все. Баш. Пала бафы раздайте. А, пала баф. Давайте, пала, как я говорил, бафайте. Лонрик прота, фермер каски, воет кулаки, пришествие кресты. Кто босса первый ловит? Боссу... Да кто хотите, тот первый ловите. Все равно. Давайте так, первый... Да, я поймаю. Кризис надо забирать. Румбергс, все на пулы на него, а потом кризис. Ну, может быть, он прота раздаст, а я каски дам. Не, я говорил как бак. Хорошо, хорошо. Бак это так, как я сказал. Вроде дал кулак, да? Че, давайте чекну. Только бейте трэш. Чтоб не было. Кресты играли, да. По себе еще кресты, паладин. А где вы рыбу хавали? Все готовы. Все, давайте начинаем. Не смейте ступать в эти священные покои. Это место станет вашей могилой. Смотрим трэш. Когда бить трэш, пока не бейте. Давайте трэш. Не это благословение. И пока
Покажи чужакам мощь нашего господина. Давайте все в трэш. Аж слева жив. Давайте последний. Ты не в сил противиться моей воле. Давайте контроль БДК не убейте. БДК не убейте. Трэш, давайте трэш. Трэш. Ты не в сил противиться моей воле. Контроль, не убейте никого. Убейте воскрешенного последователя. Милики, милики, последователи. Все милики, последователи играют. Трэш. Ловите трэш, давайте в трэш. Все в трэш. Блядь, оцепенение, пожалуйста. Трольчики. Давайте полень. Давайте полень. Лещ. Можете гимн дать на ману. Чего? Даю гимн на ману, давайте, ловите леди, бейте трэш, вышел справа. Дал гимн на ману. Ты не в сил. Кстати, контроль. Скорее, не босса не бей. Квота прожми уход в тень. Фаларион, поднимай Дарксона. Мы босса не бей, зеленый вообще не бей босса, забей на него, иди там просто потусуйся. Квота тоже не бей босса, бейте трэш. Смотрим дух. Притворись мертвым. Энерджайзер. Гильдельваль не бей босса. Гильдельваль. Хаба не бей босс. Не бейте босс. Пока Хризи набирает игру. Ваня не бей босс. Смотрим дух. Все на колени, поднимай пришествие, панду, рун, поднимай гильдаль, бейте трэш. Там бы хило поднять лишено. Я... то-то не страшно, у нас 4 хила, он был 5. Бейте трэш. Бейте леди. Только капли посливайте. Посливайте все капли, всю эту хрень, чтобы леди не захилилась. Да. Не сказал про агро, никто не смотрит. Ну ладно. Бейте дальше. Ася, стопни. Я демон, стопни. Ты умрешь и все, бейте хреново. Так что лучше не бей, бейте трэш. Раздайте контроль. Бейте на трэш. Бейте леди все.
Тебе раздать добычу, пожалуйста, мне на то это идти. Я дал тебе же доктор. Ваша смерть неизбежна. Кому сколько? А сколько? Кто там первый? Больше никому не надо осколки. Ну, лестница у них нет, или что? Послали нам вас. Смиритель небес уже улетел. Быстрее нам полотно. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Что будет плохой ДПС на стрелке? Ну ладно. Сколько леди упало? Досмотрел на таймер. Ты можешь сказать? Тебе падло раздавать добычу? Если падло, говори, потому что не вам. Чего? Понятно. Добычу пораздаешь, потому что мне падло, скажу честно. Да, ну окей. Вот это вот КП, которое он предлагает, это правильное, да? Или надо там что-то где-то менять? Куплицу не забей. Поставь группу лут и забей. Кстати, потом КП, который... Смотри, если один ролит человек, то ты даешь ему половину за вещь, если он ролит... Да нет, я понимаю. Вот то ГП, которое он предлагает, оно правильное. Да, или да, оно... да, кроме токена. Токены по 300. Давайте чекаем. Может, я магом волю спизжу, то буду с руки бить. С мечом. Че, прикольно. Че, все на колени, ну ладно, я запускаю. Взяли ранцы, пожалуйста, кроме этих танков и пушки, кто хотите, кроме танков и хило, я запустил. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом! Обновите интеллект лапу. Не знаю, если на РС будет онлайн, то я могу собрать, но если не будет, то я не соберу ни хрена. Если онлайн, то надо танки, хилы, там ДД, это не проблема. Если человек ролит, то это сколько, 10%? Если человек ролит на мейн, это 50%. А на офф, если? Есть. Пушки!
огонь! Оружейники, огонь! Короче, убил протоваром АДК. Он лед не включал. Короче, два раза с рефлектировал притяжку, блядь. Огонь! Убил горгулью, убил пека, блядь. Заебавший просто. 1200 ЕС. У тебя или у него? Что он... есть еще? Там скорпион, там РП, короче, 40%. Со скорпионом там под 90%. Корабль под обстрелом! Заклинателя сюда! Пусть заткнет эти пушки! Да я полетаю, прилетаю, а там уже труп на том корабле. Не успел, блин, побить хотя бы. Трэш ему увлекся. Ты смеешь ступать на мой корабль, оружейники? Королю. Оля, тебе надо что-то? Да я здесь ничего не прикрыл. Все уже открыли. Так, а будет? Да. Че там упало? Это шлак какой-то. Колечко упало. Делай как можно. Мокро! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Блядь, только что! Присоединись! Перейди на мою сторону! В принципе, ДЦ, свекайся в ШП, тут не надо. Будь добр еще раз мамонта поставить, а? И риги возьми. Нету, я понял. Какой-то хил может спекнуться в ДД. Могу. Если вам там сапоги нужны или пояс, напишите. Чем это значит сердце Дренора? Я бы не позволил... Лапу там, магии этот, инту. Копейте трешак и... Если вы знаете, что вы там не врываетесь по ДД, лучше бейте трешак. Неважно, умер бы я... Какие там лучше? Срезки или вот первые? Срезки. Срезки сильно лучше. А, ты извиняюсь, я думал, тут под надо. Там притащил. Ты полипал? Да. А. И вторые лучше. Но. Хотите узнать, сколь могущественно? Да, ты закинул туда. Так, как дать электрика? А, давайте, давайте. Тут бой начинается, все, погнали. Потечь уже. Какая-то писаем. Кстати, коробки выброси, вот минус. Трэш.
жбьем. Дашь войско под трэш. Хорошо. Что там? Поле вон, по-любому. Хоть какой-то танк, откройте дверь. Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью. Ну, нормально, что-то не сказал. Наручу. Чести, герои! Какой бы жестоко ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Ваня, погнали бить валькир. Да нет, 14 кастов, это круто. Охрена, да. А почему не круто? Круто, охрена. Смотрите, я там сейчас приведу валькир. Где-то там парит. А что это зеленая бафа, ценарит, это шо? Друид пеньков вызывает. Сова. Хоть убивать этот трэш. Смотрите, Лока. Это заклинание еще не готово. Сколько общий ТПС? 300 000. Можно считать, что это очень крутой анбаф. Был кто-то, я смотрел кто-то God of War игру, короче. Кто-то смотрел. Слава, мой компьютер, короче, такой крутой, что я, короче, мог в Ютубе прохождение смотреть. Так что да, я смотрел. Смотрел, блин, это, короче, прикинь, ну, садился с этим чужаком, короче, ты такой, ты, говорит, ну, это сыну говорит, короче, ты, говорит, не готов, блядь. Ладно, говорит, куплин, это говорит, сейчас, говорит, все будет. С молодого бойца, говорит, стального яйца, говорит, разбитого лица, блядь. Сука, я так выпал. Сейчас, говорит, нормально все будет. Ты лучше посмотри, что я там в РК скинул, то круче, чем God of War. А чего там? Надеюсь, не порнуха. Они.
приколы какие-то? Конечно. Сергей и Сеня. А, музычка? На его стихи. Манере такой, да? Не, ну это стихи Есенина, его на музыку перевели. Шансону. 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 В стиле шансона. Ну что, неплохо. А ты нет, понимаешь, это такие великосельские вот эти вот стихи, все эти слова заумные, не звучат хорошо под музыку. Особенно под такую спокойную. Вообще неплохо. Чё, кто чё на Новый год делал? Я на работе был. Капнул 15 левелов в дроиде. На котельной там топами. Уди, зачем тебе дроид второй? Чтобы был. Зачем у тебя два пала, например? Да, два вара. Один пал Агильды Ретрик и Холи Прист. Холи пал. А второй пал силовой Ретрик. Роль тебе эту фигню. Ну все понятно. А ЕП будет зарыть? Ну, в смысле, за весь инст будет или минус один босс? Мы убили вонючку! Сейчас... Еще пронеси весь инст. Ну, так-то да. Давайте на центр. Блин, ты что развалил? Тройте Леночку. Не надо, блинкани дамаг завис до этого. Дай первым по дамагу включи. Первый дальше. Давай ему. Неплохо, что есть. А что у него есть? Сейчас один. А не был? Да, он бы не ролил, наверное, если бы у него был. Мне кажется, это ленточка такая хуйня бесполезная. Просто понты. Так же, как Шейн.
Нечасто получилось, давайте баш, два танка и хилы, порольте ленточку. Ну тогда будет часто. Можете кидать рау. Дайте шкаф. Как хотите. Не хотите, как хотите. Дайте шкаф с моим варом. Так, на ренже. Раз, два, три, четыре, пять. Пять пристов. Два ханта это 7, протопал это 8. И сова это 9. Он может быть под босс. Какой сову? Фаларион, одна сова. А, я окей. Сейчас дайте только вару. Кулак. Кулак вару. Кулак быка. И кулак хантан. Нет, я не называл Элим, значит он под босс. Я скажу, когда выйти тебе. Ну раньше. Сюда. Если вдруг что случится. Я распула. Все готовы начинать. Справа от босса. Надо подбегать, охотники. Что вы делаете с протопалом на пару? Вы что? Алфридом по себе. Призыв хозяин. Каз хозяин, значит, точнее. Кстати, Фридом Эрл Грей. Дайте Freedom Earl Grey. Охота. Earl Grey. Босс выливается. Бабум. Бабум с ним. А когда еще надо будет? Не бери. Жив в мини-зоне большого слизняка, все нормально. А слен взрыв. Нормально. Разбежались, а в мини-зоне будет взрыв, разбегайтесь. Ринже становится. Ринже. Дедай хилы, все на рендж. Перчи были. Ужасные новости. Друга надо. Ниламорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы.
Кровь надо кому-то? Потрясающе! Дай мне эти паузы. На науке 268 уже стоит. Этот цвет. Слава, сколько там на Сириусе? 1500 или 2500 уже, не помню. Я там не был месяца 3, наверное. Квадраты полумесяц, ваши мед. Туда сбегаться. Фелли Сунели, где ты вообще? Только рез мне. Дайте рыбку, если есть у кого. Да, поставлю. А есть у кого почта? Можете почту поставить? Обновите МК, пожалуйста, по себе, паладин. Еще раз говорю, квадрат и полумесяц надо сдвигаться. Гильда, что не хватает? Крест и еще какая-то хрень. Крест, дай и по крестам. Пришествие, дай крест по крестам. Лапы, инженер, дай по крестам. Там в центр поставьте тоже. Спасибо. Нос. За все. Все готовы? Начинай, Дека. Борис, зачем ты пробежал? Иди. Спал? Как раз на шамане нормально. Танка я бью. Мы будем сбегаться. Пати понесли. Посылок шаман. Забирай. Забирай.
Мне кажется, уже не надо. Был моим любимчиком, как и гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Ну тут на холипал вообще неплохо можно надеться. Я смотрю. Перчатки, перчатки, рольте. Ну мы его тогда. Хаба, у тебя есть растер шаман? Если тут мы растер шаман. У них будет два шама, ДЦ, холи, палы, друг. На тебе 5 хилов. А? Ну зачем тебе 5 хилов? Ты же нормально хилят. Из-за слабого РТ. Ну короче, там тут надо 5 хилов. Шкаф. Не достаю слишком далеко. Закистыми пэшем окей. Да-да-да. Ну вот да, ну. Не рольте сразу на офф, рольте на мейн, и потом кидаю на офф всегда. Так вот он сказал на офф, пояс. Нет, я про... Так, на другое. Окей. Протопал, ты нормально пьешь всю эту фигню? Стопать. Пушкуемся сразу все у стола. Давайте тут у стола все, потому что сюда лужи прилетят, и мы потом отойдем. Чакнем, давайте. Вроде никто не сдыхал. Если на стойке выпить было круче, ну ладно. Лифи. Все готовы. Протопал пей стол. БДК начинай. Лужи вы. Давайте всего квадрат стали. Того как лужи кинулись. После слизня не надо замедлять. Так. Все, стопнули, попроб. Топать и стопать.
Убивай. Меч. Бейте провод. С зеленым дебафом к столу речи стали. Квадрат. Квадрат с зеленым дебафом. Играем по дебафу. Сбежали с зеленым. За мы сбежались. Им на хп. Давайте до зеленого еще раз. Сука, откинула прямо к нему. Где ты, про? Меня Боб отдал на карту. Минит. Спасибо. Где тебе ты, пропал? Ну, меня кинуло прямо на него. Я тебя спас? Я вот как знал, что... Ну, почти. Бейте профа, Мирик и бейте профа, а РДД бьют зеленого. Хотя не знаю, вроде бы был убежал. Мирик и бейте профа. Мень. Мы смотрим, мимики отошли. Это в квадрате тусим. Тусим в квадрате РДД. Тут пельмени. Сейчас тут пельмени. Давайте от квадрата отбежали. Давайте в квадрат. Зелёно. Квадрат. Добивайте, играйте профа. Мини центр. Бейте профа. Бьют профа. РДД красный. Мини. Мини кинули растопы. Не, нормально. Бейте, бейте, бейте. 39. Знаю. Лично как раз. Я тебе скажу, не пробовать сомневаться. Побейте профа. Мини центр. Моим дебафом ставил квадрат. Зеленым дебафом квадрат. По дебафам бьем. Не замедлен. Паладин. Вижу, что ты шаришь. Кто читай гимн на хп. Смотрим смену. Смена красного. Сука. Секунды вот прям, или секунды не хватило-то. Сейчас бы за паладина на себя не кинуть боб. Паладин, почему не замедлен красный? Ой, зеленый. Ты можешь мне объяснить сейчас? Ты же написал плюс, что ты шаришь. Или ты уже не шаришь? Зачем ты лужу допиваешь? Смотри, Виталик, он вроде бы у тебя ШМ есть, а тут дамаг у меня выше, чем у тебя получилось. Ну что ты меряешься, блин, как мне это неприятно слышать от тебя. Я смотрел, чтобы на кого боб кинуть, и смотрел, чтобы на меня слизнь там вот эту вот всю фигню. Я не могу нормально дамажить, когда я смотрю ситуацию и то все. Слизней надо быстрее.
Сафа, нахера ты печать праведности включаешь? Слизня бил. Че, она профитная или шо? Ну там все равно эта херня не настакается, особого смысла нет. Почи, что ли? Понятно. Тем более с крыльями. Слизень же умирает сразу. Сколько там замедление слизня? 15 секунд или 20? Как раз под крыльями. А где посмотреть, вот какой-то аддон фиксирует, сколько кукла бьет по слизням, там, по пробке? По идее, склада нужно показывать. В рекаунте открываешь настройки, не помню, и там есть необычные боссы, какие-то там сложные, и вот где-то там надо галочки поставить. А, когда есть у тебя будут и боссы, и урон, обычные. И кукла, и что хочешь ставить. Надо вообще на все поставить. Потом зайду на приста, мне там настроено. Скажи. Рыбу поставь. Рыбу. Эти рыбку, если есть у кого-то. Ты приступал по радио на тебя. Понял, да, интеллект? Лучше. Здравствуй, Яс. Давайте станьте все в квадрат, начнем все отсюда, не надо растягиваться по комнате, все станьте сюда. В центре никого не было. Все, все готовы, пей. Это. Бейте, чего вы там рыбу еще едите? Понравилось. Попал выход. Все, давай, погнали. Лужу. Перебежали все в квадрат. Квадрат перебежал. Профе. Ну это профу, да. Бей. Зеленому станьте так, чтобы отлететь к РДД. Стоп, стоп дамаг профу. Сейчас переведете 1%. Зеленым к столу. Джерин, тебя не слышно. Знает. Блин. Красный замедлен. Зеленый замедлен. Сюда. Нет, падает. Что-то я ничего не чувствую. Скальтику быстрее, а там хило есть или кто там. Просто хуярили профа. Ебанутый. Ну, надо. 85% и все стопите сразу. Там было 84, я убрал автоатаку. Я не знаю, как вы, блядь, хузин, как вы добиваете, сука, 4%, блядь. Там, ну, 2% добивают эти доты, нахуй, если все стопнут. Убирайте автоатаку, нахуй, отворачивайтесь, блядь, доты не вешайте, нахуй.
Или чё, блин, давай, пацан, еще не прийти, мне. Вот теперь пишет атаки питомца, короче, мутирующий поганище вот это вот. Дамаг пишет. А в полученном уроне тебя будет отображаться новая цель и вот эти вот петы будут. Там, то есть ты сейчас смотришь нанесенный, а в полученном сколько они типа нанесли. Но из-за этого у тебя рекаунт уже не будет правильный, потому что у тебя не только игроков, но и весь трэш будет показан. Неправильно ты говоришь, это от трэша или будет еще и он будет и босса складывать, и трэш будет складывать, ну то есть дополнительно записывать. Так, а чё, так нельзя, нельзя сделать, что отдельные бои? То бой закончится, и следующий бой там начался. У него сейчас просто в рекаунт будет писаться урон куклы, урон босса и всего прочего. Как наш нанесенный. Ну понял. Как наш, это что-то хуйня какая-то. Давайте, раздавайте все бафы, дайте шкаф с самолетом пришествия. Валю БДК. Рот Мумблеркс, ты готов? Пришествие бахну всем МТ-5 по рейду и лапку дай. БДК, ты тут? Да, да. Ну давайте, спей протопал и погнали. Че, на него упали? Отличные новости, народ! Хабу, поставь-то там. Давайте все туда отставим. Надо стопать уже. Пойди по кругу. Идем этого. Зеленого. Зеленого. Зеленым дебафом всем квадрат стали. Квадрат. И по целях играем.
Отойдите от зеленого, отойдите. Красного от красного. Добивай, стой на месте. Это еще откуда? Он резает Зелоны, а Пандурин резает Виталику. Сейчас я хулипал. Да, хватает, надо, да. Дайте им баф. Ховару поводим. Мини, смотрим. Теперь ДД бьем в красном. Я не ближе к правому краю стола иду. Давайте профа. Давайте в квадрат стали. Сместились в квадрат. Зеленый. Хорош. Охотник. Ник, ты квадрата не видишь? Бейте профа. Мини-центр. Бьют профа. Эти бьют профа. Да, бьют красно. Если профа. Смотри, всего квадрат, у кого зеленый дебаф. Вас лизнюка по твоей комнате может случиться что-то любопытное. Давайте бьем по дебафу. Стак. Правый протопал. Ревностный, хильте. Хильте протопал. Ой, бой, диван на. Быстрее надо. Пельмени центр. Ты чё, при стоп-стаке выручил? Он же пельмени и этот колбу кидает в цель. Лужа же развивается под игроками. Джерри, он на кровь идет?
Угу. Ничего не стоит. Фомер, а ты не на мейн? Ты же ретриком идешь. Спроси, на кого он ролит. Вася ничего не писал, значит ролит. Значит на ретрика за половину. А сталкивался кто-то с проблемой, когда на лиде пропадает панель укуса, у кого стоит Адон Бартендер? Есть такие? Надо Бартендер нахуй удалить просто и все. Не будет никаких проблем. Вообще, его нужно только отключать, да? У меня вообще не раз с ним заключил. Не-не, это где-то в настройках отключается, там же фигня и показывает рагу в кораблях, о, не кораблях, а в технике на утюге. Это где-то в настройках умирается. Понятно. Понятно. Ну что, давайте соберемся. И пойдем бить трэш.